Он и международный, и экономический. Это все про ежегодный Петербургский форум. Однако к его названию можно смело добавить еще одно определение – стратегический. По крайней мере, таким он получился для КАМАЗа. Автогигантам за 3 дня было подписано более десятка соглашений, которые определяют развитие компании на несколько лет, а может и десятилетия вперед. Среди партнеров сплошь гиганты, как отечественные, так и зарубежные. Наша съемочная группа внимательно наблюдала за происходящим в северной столице. С ее репортажа мы и начнем этот выпуск. Главной темой форума стала очередная индустриальная революция. Теперь это версия 4.0. Проще говоря, промышленность окончательно становится цифровой. Все процессы автоматизируются. Поэтому главным для КАМАЗа стало подписание соглашения с индустриальным гигантом Германии, концерном Siemens. Уважаемые дамы и господа, соглашение подписано. Теперь созданием автомобилей нового поколения, в частности электромобилей и автобусов, а также беспилотников и всевозможных гибридов, компании будут заниматься сообща. Подразумевается не только оснащение производства современными станками, но и создание цифровой производственной экосистемы, когда все от разработки до работы конвейера автоматизируется и управляется единым центром, а главное – ускоряется. Срок жизненного цикла продукта резко сократился. Мы не можем сегодня рассчитывать, что какая-то модель будет жить 15-25 лет. Мы обязаны в разы сократить сроки разработки, сроки подготовки производства. Даже финансовый блок КАМАЗа, включая бухгалтерию, тоже готов к еще большей тотальной оцифровке. Подписание соглашения о переходе автогиганта на новейшую платформу 1С корпорация тому подтверждение. Уважаемые дамы и господа, меморандум подписан. Соглашение подписали также с Росатомом, Россетями, Ростелекомом. Всего более десятка документов с гигантами отечественной промышленности и цифровой индустрии. КАМАЗ вошел и в состав национального консорциума по развитию электротранспорта, в том числе автономного. Именно в Санкт-Петербурге профильные министры российского правительства и мэр Москвы поставили свои подписи под учредительными документами этой организации. Столица России, по мнению гендиректора автогиганта, идеальная площадка для реализации этого амбициозного проекта. Москва номер один не только в нашей стране, а это один из тех городов, который в мире стоит на очень высокой ступеньке со своей осмысленностью, подходом общественного транспорта, коммунального транспорта. И именно в этом направлении мы пришли к Сергею Семеновичу Собянину для того, чтобы сделать предложение, вот создать такую структуру, которая позволит решить задачи за короткий промежуток времени. Ярких презентаций от КАМАЗа в Петербурге не было. Задачи форума, скажем так, скорее стратегические, чем рыночные. Впрочем, беспилотный шаттл – это совместный проект автогиганта с НАМИ – стал достойным украшением КАМАЗовского стенда. Кстати, само существование беспилотника является однозначным доказательством того, что КАМАЗ был и остается глобальным игроком в автомобилестроении, не отстающим от мира. Цифровая экономика, она уже есть. Тот, кто не сумел, не успел подстроиться велением времени, их не будет. То же самое происходит в автомобилестроении. Мы уверены в том, что только те, кто бегут в постоянной борьбе вперед, они выживают. Как только остановился, желающих занять твое место на рынке достаточно много. Вот КАМАЗ точно успеет. Егор Орлов, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа.